Церемония открытия нового фестиваля состоялась в Восходе, в зале «Аншлаг». Посмотреть один из конкурсных спектаклей, а также поприветствовать участников открытого занавеса приехали и власти города. Всем коллективам, которые будут представлять свое творчество, желаю показать себя со всех сторон творческими коллективами. Фестиваль посвятили юбилею известного русского актера, режиссера и замечательного педагога Константина Станиславского. В этом году исполнилось 150 лет со дня его рождения. Заметим, все участники открытого занавеса – непрофессиональные коллективы. Любительский театр в крупных городах исчезает как таковой. Создаются полупрофессиональные коллективы. И вот такой фестиваль, такой праздник в Димитровграде, он как раз говорит о том, что театр самодеятельный, любительский, он живет, существует и развивается. В субботу горожан приглашают на спектакли «Молодежный театр «Сфера», студия «Ретро» и «Луч». Музыкальные композиции «По миру рассеянные» в воскресенье в НКЦ фестиваль закроют. А в день открытия димитровградцы увидели спектакль «Мой любимый ангел». Играли ульяновские актеры. Димитровград такого еще не было. Очень приятно. Такие молодцы ребята. Прямо красивые, ответственные. Такая вот речь у них. И вообще хорошие голоса. Нам очень понравилось. Юлия Лаптева, Анжелика Бровинок. Новости Димитровграда.